Приветствую вас, уважаемые зрители и коллеги по хобби. Продолжаю дальше покраску королевского тигра от фирмы ICM. Первый базовый слой высох. И сейчас буду красить второй слой. Опять же, краску использую XF60 фирмы Tamiya. И нанесем еще один тоненький слой, чтобы закрыть сильно яркий пришейдинг. Для чего нужен пришейдинг, я думаю, объяснять не надо. На башне хорошо он виден. Модель получается хорошо. Сейчас разведем опять жиденько краску и пройдем еще одним небольшим тонким слоем. Потом посмотрим, что у нас получится. Thank you.
Закончил покраску и хочу показать вам результат. Дал немножко краске просохнуть, где-то минут 10, чтобы спокойно можно было брать руками. Вот такого результата я хотел достигнуть. После просушки посмотрю еще. Как что получится. И продолжу дальше работать с танком. Также хочу, друзья, спросить вашего совета. Делать танк в цвет Дункенгельб на 43-й год. Конец 43-го, начало 44-го. Или делать какой-либо камуфляж. Двухцветный или трехцветный. Если честно, сам не могу определиться. Как бы можно поработать с однотонным танком, высветлить люки, высветлить все выступающие части на танке. Или же уже сделать танк камуфляжный. Хотелось бы услышать ваше мнение и с большинства голосов уже сделать выводы, какие танки больше нравятся коллегам в камуфляже или в однотонном цвете. Как бы мне хотелось бы и с однотонным цветом поработать, ну и в камуфляже они тоже довольно-таки классно смотрятся. Да, королевский тигр сам по себе смотрится очень солидно, так как танк очень большой, размеры у него впечатляют. И сама машина очень интересная. На период Второй мировой войны, это, наверное, был один из самых тяжелых танков. Так вот получились катки. Тоже сегодня их еще немножко поддул в некоторых местах. Как видите, предшейдинг очень смотрится контрастно на танке. В принципе, это больше художественная составляющая в покраске. Но так вот хотя бы вырисовываются какие-то габариты у машины. Какие-то выступающие части видны, углубления видны хорошо. Мне нравятся такие эффекты предшейдинга. Кто-то их делает, кто-то нет. Но я думаю, кто их уже когда-то сделал, сделали для себя выводы и продолжают красить вот в такой последовательности, как делаю я. На этом буду заканчивать данную часть. Буду ждать ваших советов, ваших комментариев и, исходя из них, продолжать дальше работу над танком. Спасибо, друзья, что смотрите. Спасибо, что комментируете. До встречи. Всех благ вам и вашим близким.